Итак, перед нами Дмитрий Зеленецкий. Вот, у тебя только что был бой с бойцом из Белоруссии. Ты его заочно знал, да, то есть смотрел бои. Да, смотрел бои, готовился под него. А как тебе бой вообще? Как тебе организация турнира? Организация турнира на высоком уровне. Как бой прошел? Очень тяжело. Противник сломанный, хорошего уровня. Вот. Сложно было биться, то есть да, вот я сейчас просмотрел бой, он такой, вот когда бывает на одной волне он идет, а здесь такой какой-то он рваный стиль получился, то есть тяжело постоянно. Травмы, видно, мешают. Да, старая травма, локоть, растяжение не сужает. Вот, что самое главное думал в бою, на что был упор? Самое главное упор на выносливость, на характер. Огромное тебе спасибо, желаем тебе успехов, удачи. Вот. И победы. Удачи.